Привет! Это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам интересные факты о меконгском бобтейле. В очаровательных меконгских бобтейлов невозможно не влюбиться. Эти кошки обладают замечательным характером и яркой внешностью. Представители породы сообразительны, преданы и очень дружелюбны. И это лишь малая часть замечательных качеств этих мяукающих. Мы собрали самые интересные факты об этой породе и готовы представить их вам. История породы меконгский бобтейл очень занимательная. Согласно легенде, предки меконгов жили во дворцах и храмах древнего Сиама. Их ценили за храбрость, ум и преданность. Придворные кошки охраняли храмы и сопровождали сиамских принцесс. Во время купаний принцессы очень часто оставляли свои украшения на коротких, загнутых хвостах кошек. В Россию предки меконгских бобтейлов попали в 19 веке. Этих кошек преподнес в качестве подарка Николаю II король Сиама. Активное разведение породы началось только во второй половине 20 века, когда заводчики из нашей страны стали активно скрещивать между собой бобтейлов из Китая, Бирмы и Вьетнама. Меконгские бобтейлы – настоящие кота-собаки. Они по-собачьему привязаны к своему владельцу, всегда стараются следовать за ним по пятам. Кроме этого, представители породы очень игривы, общительны и дружелюбны. Они хорошо уживаются с другими животными и отлично ладят с детьми. Также важно заметить, что меконгские бобтейлы очень способны к обучению различным командам и трюкам. У меконгских бобтейлов царит матриархат. Доминирующее положение у представителей породы всегда занимает кошка, а не кот. Интересно, что и в заботе о котятах у меконгов, как правило, большее участие принимает отец, а не мать. Хвост и неубирающиеся когти на задних лапах – отличительные особенности внешнего вида меконгских бобтейлов. Что касается хвоста, то по стандарту он должен содержать не меньше 3 позвонков и быть не больше четверти длины тела кошки. Что касается неубирающихся когтей на задних лапах, то к такой особенности кошки просто нужно привыкнуть и не забывать регулярно подстригать когти животному, только аккуратно, чтобы их не деформировать. Меконгские бобтейлы – кошки-долгожители. Представители породы имеют очень крепкое здоровье и при должном уходе и внимании со стороны хозяина способны прожить до 20-25 лет. Меконгские бобтейлы – кошки с необычным характером, занимательной историей происхождения и рядом интересных физиологических особенностей. И перечисленные факты, как ничто лучше, подтверждают это. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!